Законодательная база в Евразийском союзе должна идти впереди экономических процессов. Ее гармонизация и унификация стали одной из основных тем на встрече в Москве. Нашу страну на ней представил глава Совета Республики. Позиция Беларуси остается неизменной. Цель союза – формирование общего рынка без изъятий и ограничений. Когда в одностороннем порядке принимаются нормативно-правовые акты, которые затрагивают торговые или инвестиционные проекты, и создают неравные условия для хозяйствующих субъектов, это уже не общий рынок. Беларусь выступала и выступает, это позиция нашего президента. Мы за то, чтобы в Евразийском экономическом союзе был общий рынок товаров, услуг, капитала и рабочей силы без изъятий и ограничений. Вот это вот как бы цель, а уже обратным счетом надо разворачивать и так называемые дорожные карты. Наиболее актуальное направление унификации законодательства – сотрудничество в области промышленной кооперации. Особое внимание будет уделяться инновациям и научно-техническому прогрессу. Эти вопросы будут вынесены на повестку дня второго регионального форума. Он состоится осенью в Нижнем Новгороде.